На этом празднике не обойтись без знаменитого алябьевского соловья. В селе Рязанцы городского поселения Фрианово им и открылся районный конкурс вокального искусства, который так и называется «Алябьевский соловей». В воскресенье сюда прибыли исполнители со всего Щелковского района. Очень отрадно, что наша Щелковская земля, она богата вот такими местами, которые пронизаны историей, историей России. Кроме наших артистов будут петь соловьи. Щелковский муниципальный район богат на таланты. Очень большое внимание уделяется народному пению, академическому пению. Даже человек, который далек от музыки, все равно, наверное, знает его, Александра Александровича, композицию «Соловей». Вот. И нам очень, мы гордимся, наверное, этим, что он написал это произведение именно у нас. Перед началом конкурса гости и конкурсанты посадили около памятника композитору молодые липы. Около 10 лет назад в результате сильного ветра в парке пострадало множество старых деревьев. С тех пор заложена добрая традиция перед конкурсом облагораживать одну из красивейших территорий Щелковского района. Принято было решение восстановить этот липовый парк и стали сажать деревья. И мне очень приятно, что вот эти деревца приживаются. И вы представляете, как интересно тем, кто сажает эти деревья, приезжать и смотреть, как их деревце, принимается или нет. Каждый раз в вот такой тиши испытываешь огромное счастье и наслаждение от того, что мы встречаемся под мирным небом и можем действительно уделить время искусству. В этом году основными площадками конкурса «Алябьевский соловей» стали усадьба Лазарев и Фриановский дом культуры. Участники состязались в двух номинациях – 45 солистов в академическом и 16 коллективов в народном пении. Престиж мероприятия повысил и уровень жюри. В его состав вошли известные деятели культуры и искусства Российской Федерации и Московской области. Мы неоднократно проводим различные конкурсы, фестивали, рейтинги, и Щелковский район всегда впереди. И район ваш очень певческий. Мы благодарим, наверное, все-таки на этой земле и рождаются таланты. Одна из победительниц алябьевского соловья прошлого года, лауреат первой степени Сабрина Невеселова, в этом году снова пробовала свои силы. И в этот раз своих учителей из Огневской детской музыкальной школы не подвела. Получила диплом второй степени. Мне очень нравится выступать на этих конкурсах. Почему? Потому что я приношу людям радость. Дипломы лауреатов первой, второй и третьей степени получили в этом году 15 участников. Каждый год конкурс «Алябьевский соловей» чередуется в статусе областного и районного уровня. В следующем году бороться за победу будут претенденты уже со всего Подмосковья. Марина Позднякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».